определить, каковы они. Второй полуфинал золотого плей-офф. Напомню, в первом победу одержали Россети. Они у нас отправляются в финал. И там ждут победителя пары «Газпром-Энергохолдинг» и «Мосэнергосбыт». Вот как раз они сейчас на площадке. А «Интер РАО» у нас отправляется в борьбу за бронзовый кубок золотого плей-офф. Итак, «Газпром-Энергохолдинг». Заняли они первое место в группе «Б». 7 очков набрали. Ничья в матче с «Россетями» 1-1. Потом 2-0 победа над «Зарубежнефтью». И 4-0 победа над «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез». Ну, «Мосэнергосбыта». Тяжелый был путь в полуфинал. Победа 2-1 над «Меридиан Энерго». 6-2 победа над «Газпромтрансом», но поражение 1-3 от «Интер РАО». Штанга. В каждом матче плей-офф по нескольку попаданий в каркас ворот мы наблюдаем. Такая интересная традиция. И, кстати, штанга помогла «Россетям» отправиться в финал. Серии пенальти, куда попал мяч? Три удара игрока «Интер РАО». Запасной удар увидели от «Газпром Энергохолдинга». Пролов бил. «Мосэнергосбыт». Смелее действует, подсказывает тренер МЭС. Снова по своей половине мяч катает. Тренер МЭС все более эмоционально будет команду вперед. Очень крайне осторожно, даже так, можно сказать, играет «Мосэнергосбыт». Но это плей-офф. Здесь открытый футбол мы вряд ли увидим. Сиден. Маков набирает скорость, пытается в центре найти свободную зону, но пока не видит его партнера. Да, передача прошла, но Симаков был к такому не готов. «Мосэнергосбыт» уже даже не пытается собирать мяч под свой контроль. Полностью и целиком играет от обороны. Повтори.
пытается отмять чужую штрафную. Сранов не самый высокий габаритный футболист, но сумел он мяч обработать и удержать. Подождал подключение партнеров. Фролов здесь. Фролов будет вводить мяч из аута. Сиден бьет. Сиден неожиданно по самому центру. Фролов здесь руками придерживал соперника. Просит замену капитана Мосэнергосбыт. Тимьянова прессингуют. Главой Газпром Энергохолдинга. Фролов пробил все-таки. Контратака Мосэнергосбыт. Серия финтов от нападающего. Удар прямо в руки Кульбакина. Сейчас кому достается мяч, достается Мосэнергосбыту. Симаков. Сам бьет. Еще один стандарт Газпром Энергохолдинга. Как-то угловые сегодня неудачно идут у всех команд. Лементьев так давно вышел на замену. Вышел вместо Сидина. Сидин с Фроловым пока отдыхает. Куда ее хватит? Мосэнергосбыт. Хочется закончить первый тайм с мячом. Не получается это сделать. Дали они возможность для контратаки, так и не дождались. Здесь штрафной. Вопрос, успеют ли разыграть.
по свистку. Сейчас оперативно будет отодвинута стенка. 5, 4, 3. Можно разыгрывать. Удар. Гол. Да, удар он нанесен до свистка, поэтому взятие ворот зафиксировано. 1-0 и перерыв. Вторым таймом продолжается сражение Газпромэнергохолдинга и Мосэнергосбыта. На последней 10-й, наверное, или 100-й доли секунды первого тайма Газпромэнергохолдинг сумел выйти вперед. Пытается более агрессивно и жестко действовать Мосэнергосбыт в обороне. Таким натиском пытается сломить своего соперника. Защитника и забивает второй гол. И Мосэнергосбыт вынужден брать тайм-аут. Матч продолжается. Мосэнергосбыт взял вынужденную паузу. Готова уже команда выпускать волевого игрока вместо голкипера. Одного из игроков облачили в специальную зеленую манишку. 2-0. Кстати, Мосэнергосбыт очень уверенно играет в 5 полевых, когда вынужденно снимает. Вратаря немало матчей таким образом вытащили. И больше ничего не остается. Мосэнергосбыт только рисковать. Сидин, ход набрал. Смоку. Давай, давай, давай.
Аут будет Мосэнергосбыт. Капитан Мосэнергосбыт руководит атакой. И без вратаря играет уже Мосэнергосбыт. Катает мяч Мэс. А Мишель не подал? Держит, как всегда, фотка. Передача не прошла, ну уж слишком рискованная была. Надо помнить, что ворота никто не защищает. И сейчас отрезанные оказались два игрока Газпрома Энергохолдинга, но затянули, игроки вернулись уже. Снова был пас рискованный. Андрей! Играть еще долго, еще 5.5 минут. Самаков опять под себя убирает. Чтобы пробить. А, хотя нет, получится. Вот Кульбакин пробил. Вверх на поле возвращается Сидин. Мяч будет Мэтт. Видим агрессивный отбор у него. Кульбакин мяч выносит. Сколько Мосэнергосбыт играет в 5 полевых? Ну, наверное, уже минуты 2.5-3. За все это время ни одного удара по воротам не было нанесено. Ворота пустые. Ну, бис. Защитник успел вернуться. Нарушенное правило. И тайм-аут берет Газпром Энергохолдинг. Матч продолжается, не было там нарушения правил. Аут, поэтому сейчас будет Газпром Энергохолдинг. Все тайм-ауты использованы. Смаков был близок к тому, чтобы третий гол в игре забить. Пролом в штангу попадает. Сегодняшний день рекордный по количеству попаданий в каркас. Вот
аут будет Ге. Очередной удар в сторону ворот. В втором тайме у МЭС ни одного удара в сторону. Все только в сторону, но там никакой реальной угрозы для вратаря не было. И здесь новый игрок по мячу не попадает. И стартует последняя чистая минута матча. Хотя бы удар будет в створу Мосэнергосбыта. Да, вот случился первый удар в створу у МЭС во втором тайме. Еще один удар в створ. Активизировались мэсовцы в последнюю минуту. На секундомере. По сирене играем, мы добавили деньги. Право. Перехват его, и выходит он на ворота вместе с Симаковым. И делают счет 3-0 и отправляют ГЭК гарантированно в финал, где команда встретится с Россетями. А Мосэнергосбыт отправляется в матч за третье место. Прозвучит сейчас финальный свисток. И у нас впереди матч за бронзу Интеррао и Мосэнергосбыт.